Так, всем здорово. Соответственно, вот у нас заказец скалодрома Жужа. Вот. Что у нас идет? 9-панельный план уличного скалодрома и ниже, соответственно, трассы. То есть это схематичное расположение трасс. Я думаю, что дальше я на видео расскажу, что и как. Посредине вот эта волна, это, соответственно, вот этот рельеф, который находится у нас посередине, это гусеница, и он достаточно очень хороший в использовании. Ладно, давайте, соответственно, начнем. У нас, как я говорил, 9-панельный скалодром. Что у нас сейчас здесь представлено? В замедленной съемке вы потом либо на стоп-кадре вы сможете останавливать это видео для того, чтобы монтировать в дальнейшем вариант скалодрома. Расстояние надо будет отмасштабировать, то есть у нас вот эта верхняя часть, вот эта нижняя часть. Это нижняя часть, там, где, соответственно, ребенок может поднять ногу, то есть стоя на полу, он сгибает в колени ногу, поднимает ее и, соответственно, может поставить вот либо сюда, либо сюда. Номера трасс у нас, соответственно, там указаны. Итак, вот смотрите, у нас идет красная трасса. Красная трасса у нас проходит таким образом. Во-первых, можно достигнуть лунохода. Это первый вариант решения. Вот. Дальше красная трасса идет каким образом? Она идет поверху для рук. В средней части у нас идет наша любимая гусеница. Вот. Если же вы идете по красным внизу под гусеницей, то руками вы берете за гусеницу. При необходимости можно брать вот эти зацепы. Вот, и, соответственно, двигаться вправо. Вправо вы двигаетесь по нижней части и выходите непосредственно наверх. Вот. Эта красная трасса, она может как по верху более сложно, так и по низу более простое. Я, естественно, не говорю про то, что можно использовать все зацепы и ползать как угодно. Это, конечно, неинтересно. То есть это развивать ребенка не будет. Сейчас мы именно говорим о трассах. Дальше, соответственно, желтые зацепы. То есть у нас идут желтые зацепы трассы, да, и, соответственно, в центральной части у нас идет наша гусеница. При необходимости, опять же, вы можете пользоваться вот этими зацепами. Фиолетовая трасса. Фиолетовая трасса точно так же. То есть понятно, что в начальной позиции вы не сможете дойти до фиолетовых зацепов, в связи с этим вы пользуетесь желтыми. То есть желтые и фиолетовые, но вы не используете гусеницу. То есть используются только фиолетовые и желтые зацепы. Как вы вот в этой части будете обходиться без гусеницы, если вы не сможете обойтись, то будете использовать вот этот зацеп. Если же не сможете использовать и этот зацеп, тогда можете добавить оранжевые зацепы. Так, еще раз повторяю, то есть желтые, да, у нас используются без гусеницы, фиолетовые и оранжевые, плюс вот этот зацеп цветной. Вот таким образом это работает. Вот, еще одна трасса, это у нас оранжевая. Вот она здесь проходит. Если будет тяжело по оранжевой, добавляйте красный. И, соответственно, разминочная, достаточно не очень тяжелая, вот, но хорошо на ней разминаться. Она четкая, как бы идет от пола и до верха. Вот. То есть здесь, думаю, объяснять нечего. Уважаемые родители, если вы смотрите это видео, вот, проблема не в том, что вы купите зацепы, проблема в том, что как эти зацепы потом использовать. Скалодромы Жужа – это компания, которая дает не только, продает не только зацепы, но дает вам сервис. Это самое важное, потому что это экстремальный вид спорта. И здесь нужно объяснять, что, каким образом, где монтировать и каким образом это потом использовать. Запястье, голеностоп ваших детей – это немаловажная часть их тела, и оно может развиваться неправильно.
Не покупайте просто так в интернет-магазине, чтобы поставить галочку. Создавайте продукт своими руками, если вы хотите. Да, создавайте, покупайте зацепы в компании «Скалодрома Жужа», и мы объясним вам, как использовать эти зацепы. Создавайте в своей квартире продукт, который позволяет детям развиваться. Мы миллион раз об этом говорим, и такое ощущение, что люди не хотят вообще слышать. Они думают, что они купят сейчас в интернет-магазине себе зацепы, поставят их как угодно, и ребенок будет ползать. Да ребенок через неделю потеряет интерес, потому что он не понимает, что, зачем, почему и как. Если же вы покупаете зацепы и в дальнейшем начинаете с ними играться, но вы их покупаете не просто так, а покупаете с трассами, и эти трассы потом ребенок будет проходить, ему это будет интересно. Вот что самое главное в компании «Скалодрома Жужа». Доставка по всей России, всегда в наличии зацепы. Пока.